Последняя в этом году выставка продажи икра и рыбы Камчатского торгового центра «Премьер» в самом разгаре. А это значит, что еще можно успеть приобрести самую вкусную и свежую продукцию к праздничному столу. Необходимый атрибут новогоднего стола – красная рыба и икра. Приобрести вкусную и свежую продукцию можно здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». В продуктах с Камчатки нет консервантов. Все свежее и натуральное. В ассортименте в торговой точке есть и королева лососевых, чевыча. Эта рыба богата на витамины и микроэлементы, которые поддерживают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы. А чудный запах рыбы от приготовления на натуральном сырье, коре дуба и ольхи, а также яблоневых ветках, радует всех покупателей. Первый раз издалека, с той стороны. Все. Чевыча, белорыбица, красная икра. Хорошая рыбка, свеженькая, вкусненькая. Ну, что сделаешь? Много-то не берем, а по чуть-чуть-то покупаем. Да вот это, наверное, чевыча вот, возьму, полкило. Вот. Празднику уже. На выставке продажи также можно будет приобрести икру самого свежего вылова. Рыбка на ярмарке, икра и рыба камчатская, что называется, на любой вкус и кошелек. Успеть приобрести к столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра «Премьер», рядом с центральным входом, до 31 декабря включительно. Выставка продажи икра и рыба камчатская ждет вас.